Неважно, рабочий номер. Держи, держи. Все, держишь просто, смотришь на нас. Мы, значит, дорогой маэстро, мы местные доярки и кочегарки. В общем, вагоновожатые, как местные жители, как и жители других мест. Хотим тебя поздравить. Речь у меня будет короткая, но пламенная. Дорогой наш маэстро Михаил Израилевич, мы... Минуточку. Нет, здесь нет никаких помарок. Мы, русские, нижегородские поклонники джаза в лице Олег Исаакиевич, Леонид Бронштейнович, Иосифович и Олег Барухович присваиваем тебе звание почетного гражданина. Иди сюда. Верхней и Нижней Волги. Заслуженного деятеля искусств джазовых. Вот. И хотим тебя наградить орденом Сутулова. Звание. Я хочу, чтобы этот орден у тебя был на ласке. Ё-моё. Жака. Ты из бумажки вытащи. Заранее надо быть. Батя. Не учел. Ну он это. А что, Волтор? Дрожащими руками. Вот. А барабан где золотой? Барабан я тебе пришлю в личку. Короче, будет вот так вот на лацкане. И ветер, попутный ветра, да? Приколит. Миша, ну, любим себя, уважаем, ценим. Присвони. Ты снимай этот самый. Так близко. Вот. И нос ему заснять. Я побежал. Так, все, мои дорогие, все. Спасибо. Тебе. Спасибо, мои дорогие, все. Спасибо. Хочу, чтобы ты был. Миша, давай ему скажешь. Все.